В ходе следствия выяснилось, что деятельность осуществлялась с октября 2016 по 29 июня 2017 года. Действовало сообщество как через интернет-магазин, так и через места лишения свободы. Установлено 17 фактов незаконных сбытов, из них один факт легализации преступных доходов. В ходе следствия было изъято порядка 15 килограмм наркотических средств психотропных веществ синтетического происхождения. Заместитель помощника прокурора Благовелихинского района города Пименкуль 2 года рождения, уроженца города Губаха Пермской области, гражданин Российской Федерации. На основании изложенного руководства статьями 307, 309, 316, 317, прим. 7 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации суд приговорил признать виновного в совершении преступления, предусмотренных частью 1 статьи 210, части 5 статьи 228, прим. 1, пунктами АГ, части 4 статьи 228, прим. 1, части 5 статья 228, прим. 1. Окончательно определил его наказание в виде 13 лет лишения свободы со штрафом в доход государства в размере 1 миллиона рублей с ограничением свободы сроком на 1 год 2 месяца.